Ну уже, сестра. Я скажу маме, что ты опять пил. Помолчи, не зли меня. Ну-ка, иди спать. Знаешь, если бы ты пошла, смотри, я тебе сказал. Но я здесь, а ты такое говоришь. Иди сюда. К тому же ты выпил. Твоя сестра увидит нас. Этого мало. Мало, что увидит только сестра. Пусть увидит весь квартал. Пусть съезжаются родственники и увидят. Пусть весь мир видит, как я тебя люблю. Ладно, Есин, ничего же не случилось. Сестра пошла, и все закончилось, не волнуйся. Лицо Марки я не буду. Хорошо, Бурджу, потом поговорим. Целую. Ну и как там поживает Бурджу? Хорошо. Где твоя сестра? Сестра? Не знаю, утром, когда я проснулась, ее уже не было. Этот негодяй так испортил ей нервы. Не тебе обсуждать вчерашнее. Но если ты упорно хочешь что-то сказать, то объясни мне, где ты была вчера вечером. Ради всего святого, мама, я ничего плохого не делала. И потом у него серьезные намерения. Неужели? Есин хочет жениться на мне. Ты посмотри на дела Аллаха. Слава Всевышнему за птицу счастья над нашей головой. Значит, он хочет жениться? Сын противной Щукрие хочет жениться на моей дочери принцессе? Так значит, да? Вот это новости! Мама, единственное, что я хочу... Показать тебе, что ты хочешь. Иди, я тебе покажу, что ты хочешь. Иди! Иди! Я покажу тебе, что ты хочешь. Смотри, смотри! Иди сюда, иди! Смотри, смотри! Чью тяжелую жизнь ты выбираешь? Чью Мама, судьбу хочешь прожить? Мама, смотри, не надо! Смотри! Иди сюда, посмотри в свои юные годы, выбивая ковры, во что она превратилась. Хочешь остариться, как что она? Что ты делаешь с дочерью? Не вмешивайся! Такую жизнь, как у нее хочешь? Чью судьбу ты хочешь? Ужас как. Мама, не иди надо! Сюда. Мама, иди, не надо! Смотри, смотри! Один в животе, другого за руку водит. Ничего не осталось Боже от ее красоты. Ты хочешь так же? Нищета забрала ее красоту. Ты мне скажи, чего ты хочешь? Ты этого хочешь? Этого ты хочешь? Скажи мне! Я хочу того же, что и ты, мама! Thank you.